Всем привет, меня зовут Ангелина, я продолжаю свою серию 7 дней диеты любимая. Осталось совсем чуть-чуть, сегодня уже 6-й день, он у меня белковый. Все как обычно, никакой воды в ролике, вот есть день, есть результат. Давайте приступим уже к обзору 6-го дня. Вот так вот выглядит мое тело, если честно, я обалдела то, как оно смотрится сбоку, потому что, ну, у меня практически, как если сравнивать первый день и сегодня, 6-й день утра, то у меня... Обалдеть, как убрался живот. Вот мой вес. Я довольна своим весом. Особенно, если смотреть по табличке. Так как белковый день, на завтрак у меня сегодня будет 2 сваренных яйца. Только белок. На обед у меня будет 100 грамм творога. Из вот этих вот 200. И на вечер я себе отварила 2 куриные ножки без кожицы. Естественно, ни хрящики, ничего, этого кушать не собираюсь. Вот и все. Теперь можно продолжать, и давайте проживем 6-й день вместе. Время почти 4. Думаю, стоит записать свое самочувствие. Все прекрасно. Вот то, что я с утреца покушала 2 яйца без желтка, был просто белок. Сейчас я уже допиваю, кстати, да, могу сказать, что допиваю первую свою бутылочку. Вот у меня тут осталось 150 миллилитров. Потом налью себе еще одну. Так что все окей. Голова не болит. Состояние тоже хорошее. Вообще просто прекрасное. Нету усталости, не кружится ничего. Спать не хочется. Я нашла... Чё я еще это включилась? Я нашла здесь в Ютубе вот такое видео. Написано «Худеем, танцуя». Практически на 44 минуты. То есть дэнс-аэробика, как я поняла. Вот я уже себе вывела на телевизор. Так что сейчас включу. И буду танцевать. Не знаю, чем это закончится. Я надеюсь, там трудного ничего не будет. Вот. Единственное, что меня смущает, это то, что у меня нету кроссовок, ну или кед, чтобы в комнате их надеть. У меня все грязненькие. Вот буду в носках, хотя, не знаю, надеюсь, не буду так сильно скользить. Все, я погнала танцевать. Запишу, что да как, свои ощущения уже после. Ну, эмоции сразу после тренировки. Это полная попа. Капец. Она, это я еще остыла, она в конце девушка сделала, как бы, знаете, релакс 5-минутный. Короче, я не думала, что это такое будет. Я думала, знаете, типа а-ля зумба. Но чтобы такое. Вы сейчас видите кусочки, как я старательно с жирами трясу своими. Я, конечно, прошу прощения, что вы это видите, потому что это полная жесть. Но потому что я это показываю для того, чтобы в будущем видеть прогресс и видеть, как, с чего мы начинали, что вот я такая вот сейчас вот бочка, что я стремлюсь. И знаете, в будущем, я надеюсь, мы над этими видео посмеемся и скажем жиру пока-пока. И плюс к этому я вас и, главное, себя так мотивирую еще больше заниматься. И куда-то совершенствоваться и топить наконец-таки этот жир, потому что я уже устала от него, просто устала. Я даже не думала о том, что я выучу 3 связки танцевальные, я вообще на это не рассчитывала. Видите сейчас, как я трясусь, но там есть моменты, есть связка ча-ча, есть связка джайв и есть связка пасо. Я даже не знала о том, что такие танцы существуют, если честно. Ну, некоторые знала, а вот паса, например, я слышу первый раз. А в целом, вот это видео, вот я даже посоветую. Оно старенькое, 16 или 15 года, вот оно называется вот так. Идет полные 30 минут, вот прям от и до 30 минут вы не стоите на месте. Их, это жесть. Это жесть. Все. Я со своими жирами иду в душ. Время 18:07. Так, мои ощущения. Я допила первую свою бутылочку, уже говорила. Сейчас начала
вторую. И у меня, так скажем, очень-очень-очень поздний обед. 100 грамм творожка. Сижу себе потихоньку, кушаю, смотрю разные видео. Ладно, все. Все нормально, ничего такого нет. Голова не болит, ничего не кружится. 23:51. Все, записываю итог сегодняшнего 6-го дня. Я допиваю водичку. Тут осталось 150 миллилитров где-то. И все. На сегодня мы закончили. Все нормально, прекрасно, потому что была еда, было что пожевать, не только вода. Так что все прошло прекрасно и идеально. Ничего постороннего кушать не хотелось. До завтра. Завтра выход.